ничего, как бы дожидается розыгрыш принтов от книжной фабрики «Диалан». 19.00 на главной сцене состоится выступление группы. Строим их на площади! Гимназия номер один принимает 64 первоклассника. Средняя школа номер два имени Евгения Родионова 89. На площади средняя школа номер 5 и 85 юных учеников. Их 6. Встречаем 126 первоклассников средней школы номер... Современный город невозможно достижение. Мы приветствуем на центральной площади представителей мебельных фабрик «Элна», «Континент», «Мебель Поволжья», «Квартет», «Делис», «Общество с ограниченной ответственностью Теплодом», индивидуального предпринимателя Ильтейкина Вера Егоровна, индивидуального Уважаемые предприниматели, вы занимаетесь по-настоящему важным и ответственным делом социальной стабильности города. Пусть она развивается, пусть люди, которые работают на производстве, отдают себя всему, всех этому делу, знают, что город их любит, знает и чтит. Кузница – это праздник всего городского сообщества. И, конечно же, кузница – это праздник нашего будущего, наших кузнечиков, которых сегодня видел весь город, первоклассников, спортсменов. Мы сделаем все, чтобы эти кузнечики выросли в настоящих кузнецов, счастье нашего города и нашей страны. За ними будущее. Я благодарю почетных гостей, что нашли возможность приехать на наш праздник, увидеть и почтить своим вниманием наш город. Город кузнецов, город с железным стержнем, город с будущим и город с прекрасным настоящим, с прекрасным народом. Которые своим трудом, своей инициативой делают все возможное, чтобы Кузнецк развивался. И это доказывают ваши предприниматели. Кузнечане всегда отличались особым чувством предпринимательства, стремлением к созиданию, честному добросовестному труду. И продукция, которая производится на предприятиях города Кузнецка, она далеко за пределами известна. Это и мебель, это и швейные изделия. Славную историю. Эта история насчитывается более 300 лет. Поздравляю вас с фестивалем «Наша кузница». Поздравляю вас с праздником. Перефразирую классика, скажу, что праздник удался. Предприниматели города Кузнецка, объединяйтесь. И желаю всем счастья, здоровья, удачи. Вы помните, наверное, раньше квас был ржаной, да, в деревне. Я расскажу, пошла.
говорите четко, представляете, капитан такой-то, команда такая-то, если есть девиз, вообще хорошо, просто супер зачет. Готовы? Мы команда мебельной фабрики «Реал». Мы коммерсанты рыночного века. В наших руках судьба человека. А девиз у нас простой. Очень дело меньше слов. Вот, вот они, дружные коллективы, сплоченные команды. Так они и делают свою мебель. Один держит, друг клин, третий накладывает. Посмотрим, что получится в итоге. Не готовы, но работаю. Так, команда «Реал» уже встраивает, устраивает свои верхи. Да куда мы высоту-то? Не высоту, кубы, кубы делаете. Шесть, ровный куб. Шесть. «Реал» на мебе. «Реал» за ними догоняет. Мистулия. Очень ровно, практически, как говорят, ноздря в ноздрю. Марш! А мы аплодируем! Мы не будем не взять, дескать, собирать мебель. Я вам скажу, что кузнецкую мебель можно собирать везде. И в самом кузнецкой мебели. Сережа прямо сейчас чувствует, что мы с ним. А, еще чуть-чуть, и первый из участников уже собрал. К ним присоединяется МГС «Мебель». Ну что ж, и остальные сейчас уже догонят. Участники команды. Если вы оглянетесь назад, вы, конечно, увидите свои коробки, которые вы так аккуратно побросали в лужи. Производит себе транспортные средства. У кого-то какие-то кресты. Ну или хотя бы минуту продержались, не развалили, а потом допинаем. Мир стулья, там все ребята! Супер! Помни! Все выше, выше и выше! Поехали! На старт боя! Бросайте! Нормально, как парашют, самый главный раскрылся! Саш, поехали! Сейчас страшно!
Если что, в его туалете там будет свой разум. Я участвую не первый раз, но я очень довольна. Я думаю, что такое надо повторять, и чтобы все участвовали, чтобы все фабрики, все предприниматели участвовали в этом прекрасном празднике. Спасибо огромное всем, кто организовывал все эти действия. Это супер хорошо, прямо супер-супер. Мы очень рады, спасибо. Вот так вот, не будьте мелочиться. Вообще, первый раз мы, ну, это очень здорово, хотя я уже в годах человек, мне 43 года, я бы за свою фирму, конечно, мы ее отстоим, мы сделали все возможное от нас, и это было очень интересно. Мы просто пошли, это, как сказать, желающие, просто предложили на работе, естественно, в первых рядах. Рождается команда мебельной фабрики «Элла». Победитель, победитель, твой большой, что его сюда не вынесли. Приз вас ждет в родине. Поаплодируем все. Мебельного комбината. На всероссийской арене захватывают мебельный рынок России. Пусть мы будем жить богаче. Пусть у нас будут доходы от мебели. Мебели – это наше все. Швейники, обувщики, торговля и прочая промышленность тоже рядом. От этого все наше богатство. Чем лучше будут дела у них, тем лучше будут дела в городе. Сегодня была проба сил. Я думаю, что мы лет через 5 будем здесь проводить мировой чемпионат по мебельному производству. Начало положено. Ура! Я на Кузнецком мебельном комбинате работаю с 69 года. Но был 10-летний перерыв. Год в мебели по Волжье и 9 лет в мире мебели. А сейчас опять на мебельном комбинате, то есть ООО «Кузнецк мебель». Вот. Решение стать мебельщиком у меня пришло еще в 65 году. Я закончил 8 классов, жил я в Брянской области. И в нашем городе был техникум, который готовит мебельщиков-специалистов. Вот. Я так остановился, посмотрел, и какое-то внутреннее чувство подсказало, что это мое. Я поступил в техникум и в 69 году приехал по направлению после окончания в Кузнецк. Так и живу здесь, в Кузнецке, всю жизнь в мебельном производстве. Приходится конструировать иногда, когда не стандартная мебель, а индивидуальный подход бывает. И бывают очень сложные решения. Вот. И получаешь удовлетворение, когда ты решаешь эту задачу. Холодными шагами под теплый кровь трепетной души. Все, что плохое было между нами, я буду помнить рук твоих тепло. Пускай твердят, что было, то прошло. Замечательный сосед, мы с соседями не знали и не верили себе.